Есть три на сегодняшний день фамилии, которые так или иначе употребляют, когда говорят о российских СМИ. Да. Ну уж терпите. Ну. Владимир Владимирович Познер, ну. Дмитрий Киселев и да. Владимир Владимирович Соловьев. Да. Вы как-то общаетесь друг с другом? Какие-то есть у вас контакты или вы конкуренты? Я не рассматриваю Соловьева как конкурента. Мы очень плохо друг к другу относимся. Я ему не подам руки. То есть как человек вы можете другому человеку не подать руки? Да. Угу. А с Дмитрием Киселевым? То же самое. То же самое. Я считаю, что это люди, которые наносят огромный вред профессии, которая называется журналистика.